В Краснодаре в минувшие выходные было шумно. Звук городских улиц глушили участники крупной мототусовки. Рев моторов можно было услышать по всему краевому центру. По традиции, сбор участников пробега состоялся на парковке гипермаркета на Гидрострое. Оттуда сотни байкеров на чоперах, спортивных мотоциклах и на скутерах отправились в круиз по городским улицам, чтобы напомнить всем об открытии мотосезона. Маршрут пролегал от Гидростроя по Северной и Красной. И вот в самый разгар мотопробега произошел досадный инцидент. Один из байкеров не справился с управлением и протаранил декоративное ограждение у памятника святой Екатерины. На записи, выложенной в соцсетях, видно, что от удара водитель вылетает из седла, а мотоцикл продолжает движение без наездника. Сотрудник ГИБДД отчаянно кидается навстречу стальному коню и пытается его обуздать. Авария случилась на глазах прохожих. Судя по кадрам, семья не на шутку испугалась. На место ЧП подъехала скорая. Позже стало известно, что байком управляла девушка. Она серьезно не пострадала. Медики увезли ее с переломом пальца.